Ну, а мы начинаем второй тайм. Замена у Ивентуса выходит Карлос Севес. Меняет он Марату. Мяч у Хави. Дани Алвес. Теряет мяч. Пепе. Коман. Ракитич отбирает мяч. Пасует на Месси. Месси. Пасует на Суареса. Суарес. Неймар. Иньеста. Ракитич. Неймар тут там. Удар. Ракитич. Буффон ловит мяч. Сейчас было напряженно у ворот Буффона. Но Джан-Луиджи справился отлично. Хави. Ракитич. Месси. Суарес обратно на Ракитича. Ракитич. Месси. Месси тут пытается обыграть, а не получается. Суарес. Блин, ну куда ты же? Там никого нет. Барселоне нужно срочно отбирать мяч у Ювентуса. Пепе пробивал. На пути встал защитник. Суарес. Месси. Рвется по правому флангу. Входит в штрафную. И опять отбивается Ювентус. Как будто кирпичами заложили штрафную. Игроки из Турина. Барселона хорошо отбирает мяч, хорошо его контролирует. Но дело до ударов не доходит. Неймар потерял мяч. Что-то удивительное. Перейра мчится к воротам. Ну, Барселона, как обычно, легко справляется с этим. Месси. Мяч у Суареса. Не удается отдать пас. Сурао. Перейра. Мяч у Суареса. Ну ничего, ничего. Целых два эшелона обороны у Ювентуса. Счет 0-0. 70-я минута идет. Никто не может распечатать ворота. И офсайд у Ювентуса. Замена в составе Ювентуса. Пепе уходит. Выходит Видаль. Тер Штеген. Дани Алвес. Месси. Уходит. Уходит! Уходит! Навес в штрафную! Не получается. Защитник, как всегда, тут как тот. Будет угловой подавать Барселона. И еще одна замена у Ювентуса. Коман уходит. Выходит какой-то чувак. Это Льоренте.
Барселона ничего не смогла извлечь из углового. Иньеста! Опять ничего не получается. Просто супер оборона сегодня у Ювентуса. Ракитич нарушает правила. У нас по-прежнему 0-0. 80 минут практически прошло. Так. Феррера. Мяч у Ювентуса. Но быстро они его теряют. Ракитич. Пас на Месси. Ракитич. Нужно делать пас на фланг другой. Иньеста. Неймар. Забегание. Подача в штрафную. Он не получает опять подачу в штрафную. Все выгребает этот Ювентус. Ходи Альба. Обшибается Ходи Альба. Его ждет опасная контратака. Устремилась все Ювентус. Но ошибается. Как обычно. Месси подхватывает мяч. Мяч у него отбирают. Даже не знаю, что тут комментировать. Ракитич. Пас на Неймара. Мяч получает Месси. Сегодня какие-то вялые футболисты Барселоны. Неймар. Подача в штрафную. Удар. Не получается. Карлос Тевес побежал в контратаку. Вау, его сломали. Мяч у Лоренте. Он ушел на левый фланг и потерял там мяч. Ну, желтую карточку получит из Барселоны. Ну, это будет, это вот Матьё. Хави. Месси. Отдает обратно на Хави. Хави теряет мяч. И все. Второй тайм закончен. Нас ждет дополнительное время.